Что вообще, что это за машина? Расскажи ребятам, что ты туда залил, чем мы сегодня будем слушать и так далее. Ну, я залил в октатрек. Это октатрек, это сэмплер. Вот, и ну, я так с ним сжился, что я стараюсь им пользоваться всегда. А если я заражусь? Вот. И, ну, собственно, я накидал туда всего, ну, просто как борщ такой. Ну, то есть разных треков, при этом ты делал несколько обработок, я так понимаю, да, с ними? Ну, да, чтобы они звучали, ну, примерно на одном уровне и так далее. Ну, то есть я их, ну, чтобы, по крайней мере, чтобы они не звучали как MP3 в 128 кбпс. Там. Я понял. А, Кузь, что на тебя повлияло, ты расскажи. Не нужны имена, просто, ну, тяжело, легко, хип-хоп. Ну, если говорить конкретно об этом сете, то я взял все, что в начале 2000-х на меня очень сильно повлияло, так скажем. Это больше такое, как бы... Это гитарная музыка, электроника. Это техно. Это техно. Техно и теххаус. И теххаус, да. Теххаус. Так что вы можете сделать, например, генеральную уборку под этот сет или что-то. Ну, типа того. Теперь наконец-таки люди узнают, что такое настоящий теххаус. Ну, типа того. Ну, типа, не то, чем они называют, не то, что сейчас это называют. Это, когда это надо махать ручки, знаешь, вот это. Да. Ну, там можно тоже будет помахать чем-нибудь, чтобы смахнуть пыль. Смахнуть пыль. Спасибо, Кузь. Ждем тебя. Спасибо. Три, четыре. Ребята, небольшая техническая заминочка. Сейчас мы поменяем провода и продолжим наш эфир. Сейчас там заварите чайку, выпейте пивка.
We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Оу! Кузя, спасибо большое. Спасибо, это было круто. Ребят, извините за маленькие технические неполадки на старте у Кузи. Кузь, помаши своим фанатам чем-нибудь. Волосами, да. Дим?